Ремонт Куйбышевского шоссе стал одним из самых ожидаемых в городе Рязань. На небольшом участке дороги планировалось провести и ремонт полотна, и замену теплотрассы. Сейчас работы в самом разгаре. На днях состоялось выездное рабочее совещание по вопросам капитального ремонта. Представитель подрядчика рассказал, какие работы выполнены на данный момент. На сегодняшний момент мы подготовили всю протяженность теплотрассы, удалили те деревья, которые мешали ее прохождению. 90% произвели устройство траншеи, за исключением отдельных переездов, которые пока оставлены для технологических проездов предприятия. По его словам, сейчас вовсю идет активная фаза работ по укладке трубопровода. Уже уложено порядка 30% от общего объема работ. Цель все-таки эту теплотрассу, чтобы выполнить ремонт, это дело техники, все-таки нужно ключевой момент сделать теплотрассу, потому что это еще более важный социальный момент. Надежная новая теплотрасса, которая уже десятилетиями будет сама по себе людям служить. Ну и дорога не будет зависеть от состояния теплотрассы. Но ремонт дороги на Куйбышевском шоссе временно доставит неудобства водителям. В целях обеспечения строительства теплотрассы с 20 часов 15 сентября по 6 часов утра 18 сентября будет перекрыто движение автомобильного транспорта по улице Куйбышевское шоссе от перекрестка с улицы Трудовой до дома номер 29 по Куйбышевскому шоссе. Администрация города Рязань предлагает несколько вариантов объезда ремонтируемого участка дороги. При движении по улице Циолковского автомобильный транспорт будет направляться на проезд Яблочково, далее по улице Зубковой на восточную окружную дорогу на платный путепровод. С владельцами платного путепровода ведутся переговоры, и мы уверены, абсолютно уже достигнуто понимание, что на этот период он будет бесплатным, движение по нему будет бесплатным. Водителям, которые будут ехать из железнодорожного и московского районов, в восточном направлении предлагается двигаться по Михайловскому шоссе, а затем на южную окружную дорогу. Такой путь самый оптимальный, чтобы объехать ремонт на Куйбышевском шоссе.